Когда мы сейчас все-таки заботимся о том, чтобы изучать Зор все эти часы с такой интенсивностью, я еще раз вам говорю, это должно подтолкнуть нас к сплочению групповому. Это просто долг. А иначе это нам выйдет как бы это сказать, мы засушимся, мы прекратим его, мы в конце концов начнем спать на нем, начнем ненавидеть его, если мы не будем готовы. Мы должны вместе с Зор все время заботиться об объединении. Это такая книга, которая... А иначе она нам не скажет ничего. Из этого выйдет нечто противоположное.